В первом Б-классе средней школы номер 15 города Бреста обычный учебный день. Сейчас начнется математика, но так как это уже третий урок, то сначала необходимо немножко отдохнуть. Поэтому дети повторяют за учительницей комбинацию из нескольких простых движений, которые позволяют снять напряжение с позвоночника. А далее зарядка для глаз, ведь они у маленьких учеников тоже устали. А зрение никак нельзя забывать. Весь комплекс не занимает много времени, а детям такие физкульт-минутки только в радость. В школе проводят много мероприятий для того, чтобы зрение не ухудшалось у учащихся. Но в первую очередь это зрительный режим. Уроки небольшие для первоклассников, 35 минут, для того, чтобы ребята не уставали. На каждом уроке проводится зрительная зарядка. Снимается напряжение, ну и, соответственно, ребята в это время немножко отдыхают. Конечно же, рассадка учащихся производится в соответствии с ростом и со справками, которые они приносят от врачей-специалистов. А это Павел. Теперь он жалеет, что в свое время не делал упражнения для зрения. Проблемы начались с третьего класса. Постоянное общение с компьютером сделало свое дело. На непривычную нагрузку глаза отреагировали быстро и негативно. Генетическая предрасположенность и растущий организм тоже сыграли свою роль. В итоге неутешительный диагноз – близорукость, миопия. Зрение стремительно упало от минус 2 до минус 5 за несколько лет. В настоящий момент зрение достигло критической отметки в минус 9. И упражнения для глаз парень теперь выполняет на приеме у офтальмолога Виктории Свинко. Уже больше 5 лет, наверное, я хожу, вот лечусь. Сейчас я хожу там раз в полгода примерно, вот. И, ну, там она выписывает мне таблетки, капли, витаминчики. Мы занимаемся со стеклами. Там несколько методик, я не помню, как они называются, она говорила пару раз. И она мне еще уколы колет. Конечно, из-за телефонов, там маленький экран, приходится сильно напрягать глаза, чтобы присмотреться, еще маленькие детали. То есть самое безопасное – это телевизор, там на втором месте компьютер. Из-за, ну, естественно, величины изображения. Вот. А сейчас с гаджетами абсолютно все. Там транспорт посмотреть, оплатить хотя бы что-то. Ну, то есть элементарно даже новости какие-то. То есть все у тебя есть в кармане, и этим пользуешься. Ну и сложно, конечно, остановиться, да, когда особенно надо. На зрение могут влиять многие факторы. От несоблюдения режима дня и переутомления до неправильной осанки. В школьном возрасте очень многое зависит от родителей и их отношения к данному вопросу. Если нет заинтересованности родителей, и они спокойно к этому относятся, поэтому как-то сохранять зрение, соблюдать какие-то правила очень сложно. Очень важно, чтобы зрительный режим соблюдался не только в семье, но очень важно, чтобы в системе образования тоже были в этом заинтересованы. Очень плохо, что есть вторая смена у детей, особенно подростков, начиная с 9 и до 14 лет. Это категорически плохо для детей, потому что получается, что вся нагрузка у них приходится во второй половине дня. Уже головной мозг устает работать, соответственно, устают работать и глаза. Это двойная нагрузка на ребенка. Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, перерывы на отдых между занятиями – все играет важную роль, когда речь заходит о сохранении зрения. Надо как-то совмещать и чтение книг, ну и работу в компьютере, в телефоне и в планшете. Хотя бы родителям стараться, ну это и самим также соблюдать, и учить этому детей. За 3 часа, за 2 часа до сна – убирать все гаджеты, можно почитать книгу, посмотреть телевизор, но отдыхать как ко всему организму, головному мозгу, так и глазам. Это было бы очень полезно, это было бы хорошо. Это правило могут соблюдать, в принципе, все. Не последнее место в этом перечне занимает и питание. Положительное влияние на здоровье глаз оказывают бета-каротин, витамины С, Е, цинк, калий, омега-3, жирные кислоты. Продукты, богатые этими питательными веществами, желательно употреблять в свежем виде. Знают и соблюдают ли все вышесказанное взрослые – это вопрос. А вот дети хорошо осведомлены. Какие продукты полезно есть, чтобы не портило зрение? Есть яблоко, морковка. Что нужно делать, чтобы не портило зрение? Зарядку для глаз. Покажи, как ты делаешь зарядку. Чтобы не портило зрение, поменьше сидеть в телевизоре или в телефонах, в планшетах. А у тебя получается это делать? Да. Что необходимо делать, чтобы не портилось зрение, как ты считаешь? Морковку, овощи, фруктов. У тебя получается выполнять это правило? Да. Каких фруктов ты больше всего ешь? Помидоров.
Людмила Лагодич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.